И сейчас всем раздается гимн Литвы на литовском и русском языках. Кто какой язык понимает, таким языком и готовится к исполнению. Так, наши сотрудники тоже уже vardas, nes jį, mūsų tėvynė. Tegul tautiška giesmė vėl apskrieja visą pasaulį, apglėbia kiekvieną ir apdovanoja žinojimą, kad galime prabilti vienu balsu. Tai mūsų himna, parašyta prieš 120 metų, sudėtas begalinis tikėjimas Lietuvai. Šiandien mes kūrėme naują Lietuvos tūkstantmetį, naują atkurtos valstybės šimtmetį, su savo himnu, su savo trispalve ir meilė tėviniai. Skambėk, Lietuva, iš širdies į širdį. Ačiū Jos ekscelencijai Daliai Grybauskaitei, ačiū prezidentei už sveikinimą. Mes dar turime šiek tiek laiko ir per tą laiką, kol girdėjome sveikinimą, ir per tą laiką, kol skambėjo muzika, mes matome čia susirinkusių daugybę žmonių. Paskutinės sekundės ir čia Klaipėdoje mes užduosime toną visai Lietuvai, visai pasauliui giedoti tautišką giesmę, tai jau dešimtmečio tautišką giesmę. Noriu pristatyti, jog čia scenoje kartu su mumis yra Ambersail, tūkstantmečio odisėjos kelionės dalyviai ir kiekvieno etapo kapitonai. Pirmas etapas Klaipėda Kylis, Las Palmasas, kapitonas Saulius Pajarskas. Antrasis etapas – Las Palmasas, Cape Townas, kapitonas Aldrius Jasinskas. Trečiasis etapas – Cape Townas, Adelaide, kapitonas Tauras Rimonis. Ketvirtasis etapas – Adelaide, Sidnėjus, Oklandas, kapitonas Naglis Nasvytis. Penktasis etapas – Oklandas, Ušuaja, kapitonas Simonas Steponavičius. Pristatau kitus kapitonus iš karto, nes neturime laiko – Linas Ivanauskas Linkus. Raimundas Šiukšdynis, Linas Tampuatis, Viktoras Golubovskis, Linas Baublys, Paulius Egilijus Kovas ir Odisėjos vadovas Raimundas Dauburas. O dabar atskaita 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
visoje Lietuvoje. Paplaukite patys savo. У нас в гостях очень важные гости. Давайте представиться всей командой. Выходите. Добрый день. Мы сюда приехали из Литвы. 4 яхтсмена участвуют в соревнованиях, которые организует Санкт-Петербургский клуб. И мы тут представляем Вильнюсский яхт-клуб, соревнуемся на яхтах. Еще одну вещь интересную могу сказать, что мы с коллегой, я дома и это дома, мы то же самое имя имеем, мы участвовали тоже в этой Одиссее, плыли вокруг. Я хочу вас всех очень поздравить и восхититься городом Петербургом. Это еще одно доказательство, что где бы литовцы ни были, они собираются в свою землю, чтобы спеть гимн «Ачур». Ну, и у нас, как говорят, last but not least, мы всегда 6 июля открываем в генконсульстве выставку. И я хочу поздравить и пригласить сюда маму и дочку Виргинию Юрченя и Агню Юрчиля, потому что через несколько минут мы все присоединимся к столу, но самое главное, в этом зале также будет выставка этих двух прекрасных художниц. Виргиния Юрченя, очень знаменитый в Литве керамик, Агня Юрчиля, они обе закончили Вильнюсскую национальную школу искусств имени Червониса. Виргиния по, значит, как керамик, Агния как живопись. Обе закончили Вильнюсскую художественную академию, соответственно, и участвовали во многих выставках. Это и в Литве, в Польше, Андорре, Украине, в Париже. В Москве Виргиния также была, а сейчас они сделали общую выставку, здесь ее начало, вот керамики мы уже сможем посмотреть. Вот, Виргиния, скажите несколько слов, или Агния, кто? Добрый вечер. Мой русский язык не такой хороший, но я буду стараться. Мы сегодня открываем выставку по имени «Цвет и форма». Мы первый раз открываем выставку с мамой. Моя мама Виргиния очень замечательный человек, замечательный художник, и она моя первая учительница в мире искусства. Не умею разговаривать. И мы хотим очень поблагодарить Литовский консулат и особенно Арианы Снейдус, потому что это очень волшебная возможность здесь сделать выставку. Я первый раз в Питере, мама уже третий, и это волшебный город, город культуры, город искусства, и мы очень рады. Спасибо вам за все. Ачу. Так, ну что? У нас осталась тоже очень важная традиция, когда, как вы знаете, в этот день все литовцы к литовскому столу делают общий, у нас такое очень хорошее слово, называется «суништинис», сносный, так, сборный стол, я еще сносный, да, между прочим, и сносный тоже. Ну что, я тоже не носитель языка, если что. Я еще раз очень искренне хочу поблагодарить всех, кто в этот день пришел сегодня к нам. Еще раз поздравляю всех нас с этим праздником. Я благодарен своим коллегам, дипломатам, которые в субботний вечер тоже присоединились к нам. Давайте друг другом порадуемся. Большое спасибо за то, что вы пришли. И давайте к общему столу с общей радостью. Ачу всем!